мы записываем распаковку вот таких лолов для мальчиков. Мы их заказывали на сайте. Открываем. Да. Что я? Вот это сенатор. Да. А где сенатор? Алёш, давай я тебе помогу открыть, а потом ты можешь сам. Ладно. Не могу. Давай, а вот. О, Алёш, нам смог открыть. Ария, ты знаешь, что там много слов очень? Нет, это же не надо. Да. Давайте лучше помогу. Ладно, пусть Андрюша разбирается. Давайте я лучше открою следующее. Отставляем коробочку. Вот здесь нужно вот так вот. Кстати, не как обычная лол запакована, потому что здесь много. Ой, всяких... вот. Открываем наш первый слой. Я не знаю, как мы будем открывать все эти слои, потому что они нереально сложно открываются. Все, я сняла первый слой. Вот он весь. А тут два слоя, потому что на шариках обычного лола там два или три слоя, а тут всего лишь два. Там по пять, по шесть слоев тоже бывают. И здесь всего лишь там два слоя здесь. Но зато они очень сложно снимаются. Наверное, сделали что-то так. Вот такой у нас шарик с вот такой штучкой, чтобы спасибо. Можно мама. Было открыть. И не как на шариках лол, а ну то есть понести можно было. Сейчас отдираем вот здесь тоже скотчем. Очень хорошо запаковано, поэтому в доставке оно не разобьется, поэтому вы сможете смело заказывать такую вот штучку. Такой вот шарик лол, он для мальчиков. Как вы видите, все мальчачье. Тут два героя. Ой, даже три. Ну, тут девочка все равно есть. Это вот такой Микки Маус. У него сломана голова. Поэтому не уверены будете, что... Ладно, ложим. Давайте поставим. Ну, вообще, если бы он был целым, не было. И вот такой какой-то дядька, который не стоит. Тут есть... А вот они, подсказочки. Куколка, вот эта вот полинка, ходу может плакать и блестеть. Ай, плавить, задавить. Платье и конфета. И вот такой дядька какой-то железный. Не стоят. Давайте хотя бы так положим. Кто-то помоги мне. Кто-нибудь. Кто я на моду, он мне надевается. Вот скотч потому что. Я хочу скотч. У меня мои тьма. Арюша уже распаковала. У меня вообще ничего. Они могут плакать, пускать фонтанчики изо рта. Блестеть также. Дай покажу. Дай показать. Это тут ничего интересного, Лёш. Смотрите. Он может плакать. Вот так вот пускать ролл. Фонтанчик, короче. Блестеть им и... Мои часики. Пить воду такую. Я одеваю. Ой-ой. Вот они, Андрюша, часики вот такие, смотрите. Их можно вот так одеть на руку. Вот они, часы такие. А дети? А я что? Сейчас я одену ваши часы. Вот так. Давай, Андрюша, мы покажем, как мы одеваем. Потому что кто-то может не знать, как. Тут как бы самый обычный принцип. Скажешь, когда будут давить. Давят? Да, давай немножко. Еще. Вот, все. Не давит? И все. Берем, вставляем вот в такую вот штучку. О, давай покажем. Вот такой вот принцип. И пока он может светиться, но у него села батарейка. Походу.
покажи, вот. То он сможет двинуть. И так сильным иначе. Ну, давайте открывать следующий. Бери, Андрюш, следующий шарик. Я уже начинаю открывать. Андрюш, знаешь, как постарайся большими кусками открывать, чтобы... Надеюсь, нам попадет какая-то нормальная игрушка. Вот эта вот нормальная, но мы думали, что ее надо вставить, но она, оказывается, не вставляется, она полована. Что-нибудь попадется нормально, как Микки Маус, но не полованная. О, какой красивый ленте уже цвет шара. Такой. Или нежно-бирюзовый, или такой нежно-зеленый. Смотрите, вот такой прикольный шарик. Тут щенячий патрулик. На тоже карте. Да, как бы если вы смотрели внимательно, то вы могли видеть это. И шарики упакованы просто одинаковые. Папа, открываем. Тут также со скотчем. Здесь шарик, он более такой. А, нет. Скотч как-то порвался. Да, скотч порвался, похоже. Не порвался. А, нет, вот он. Что там просто нет скотча. Его заклеили здесь. Вот. Снимаем наш скотч. Практически все прозрачно, просто края у него были завернуты. Тут досталось, но не поломалось, но просто здесь досталось. Много количества. Там же холодильник, а то вот один кусочек, чтобы дать лайк. А нет. Что там? Может, шар будет плохой. Ладно, давайте дальше. Тут попались вот такой кубик. Как в игре, например, Майнкрафт или в других. Это Бэтмен, похоже. Кстати, он сей. Да. С ним можно круто записывать видео. Спасибо. Да, я видела. В программе с ним можно круто. Платье и леденец также. А это то? И вот такой вот смайлик. А это то, кто ты там попаешь? Да. И вот такой какой-то человек. Это выкладываем. Ой, их можно поставить. О, стоят. А он стоит. Человечки плохо стоят. Вот эти вот. О, встал. Раздвигаем немножко ноги. Ладно, все-таки лежит. А этот тоже не стоит. Давай попробуем. Да. Сам. Берем следующий шарик лоу. Вот такой он. Сорвать. Короче, замочки не как в шарике лоу обычном. Начинаем вот так вот. Собираем наш слой шарика лола. Посмотрите. Вот такой вот он. Ну, он что-то вообще вот распаковывается ужасно. Поэтому в этом минусе. Вот так вот. Убираем. Смотрите, тут какой-то салют есть. Гляньте, тут такой же Микки Маус, но у него уже не поломана голова. И надо, кто-то выглянул. Тут огонь из сумки показан. А я сейчас открываю. А где кто-то дорогие? Смотрите, Микки Маус уже не поломан этот. Это плюс. И стоит он довольно хорошо. Один только. Угу. Что-нибудь еще распаковываю.
наш слой. Вот такой он. Гляньте. Запаковали, кстати, очень хорошо, но распаковывается сложно довольно. Как вы видите. И это что такое? Какой-то осьминожек или что это? А, я поняла, это пестик. Вот, так, и как-то, наверное... Очень прикольный пестик, он осьминожек, гляньте. Гляньте, какая прикольная штука. Улетулила. Да не, я потеряю, мама. Тут огонь и сумки также. Выбираем весь мусор и убираем его. Да, Миша, очень весело. Нам попались вот такие одинаковые. И открываем. Стой, это мое. Убей. Давай, Миша, снимаем. Это девочка прикольная. Пускалочка вот эта. Я не ожидала. И она очень приятная на ощупь. Прям как хэнгам из муки и крахмала. И шампунь. Наверное, там нету песика. Алёша, нет, тут скотч. Давай отклею скотч. Сам. Мы просто его разрежем, Алёш. Алёш там пока разбирается. Нельзя, Алёш, давай я тебе помогу лучше. Ну, меня эта распаковка немного разочаровала, потому что у нас была поломанная вот эта. Лего вообще не стоят они. Тут все практически не стоит. Ну, пускалка меня очень порадовала. Ну, и часы меня... Давай опять маму отсияем, да. Так, запусти меня. А сегодня покинула. Попала я прям маме в голову. Дай, я хочу. Да, сейчас заставлю. Сейчас, да, я хорошо вставлю. Чтобы им хорошо. Бу-бу. Хоп. Давай я тебя обману. Нет. А ножницами давай разрежем. Давай. Только отодаю. Ну, давай я тебя отодару просто быстренько. Потому что, Андрюш, у тебя ногтей нету. Отдираем. Дай, я дальше отделю. Значит, пододрала. Я сейчас отодрала все ногти. Пока открыла этот лом. Что там такое? На, опять какие-то монстры. Опять собака. Да, а, это же этот собачка такая из мультика. Не помню, как мультик называется. Напишите в комментариях, как он называется. Тут такой же человечек, кстати, нам попалось. Аж три вот таких человечка и два вот таких. Мне это не очень понравилось, хочу вам сказать, что нам палец. Бубах! Бабах! Вот они, все наши шарики. О, их можно использовать как в кино «Подводные истории». Смотрите, как для жемчужины. Что-то можно вот так, там ему соединить. Ну, всем пока! Ставьте лайк! И подписывайтесь! Пока! Пока!
спальнями. Мы спальнями.